Сегодня у нас будет открытая тренировка в парке Галицкого, где очень красиво, зелено, свежо. Это, кстати, японский сад, который должны скоро сдать. Новая локация. Вот ее готовят, и, да, скорее всего, здесь будет открытие, вот ворота главные. И сегодня я здесь проведу ознакомительную такую легкую тренировочку для ребятишек Маугли. Скорее всего, детей будет не сильно много, но все желающие, которые будут проходить мимо, мы их с удовольствием пригласим с нами немножко размяться, позаниматься в дальнейшем. Может быть, они придут к нам на занятия. А вот, кстати, и мои подопечные подходят, ребятишки. Сейчас будем знакомиться. Ну что, понравилось? Да, yes. Ого, английский начинаем учить, молодец. Давайте готовимся. У нас с вами скоро начнем тренировки. Будем вестибулярочку тренировать, да? Которой нет. Вячеслав Владимирович. А если на ютубе Вячеслав Гончаров. Вы к нам в центр приходите. Так мы придем, да, я приду, и будем теперь заниматься вместе. Вот то, что мы сегодня попробовали, это вот капля в море. Это 0,1% из того, что я вам смогу дать в дальнейшем. Все? Все готовы погулять, поиграть? Вы сейчас гулять? Российский флаг. Погуляем. Российский флаг где? Это СССРовский флаг. Государство, которого вы еще не ловили. Ребятишки на экскурсии делают фото. Добрый день. Приглашаем вас в центр, детский центр семьи и детства «Корни», в город Краснодар. В нашем центре вашему ребенку будет очень комфортно. У нас занимаются детки с 9 месяцев до 18 лет. В нашем центре вашему ребенку будет комфортно. У нас есть и логопеды, и педагоги с высшими категориями. У нас дети развиваются спортом, у нас подготовка к школе, у нас есть репетиторы. Мы приглашаем вас в детский городской летний лагерь с 8 утра до 7 вечера. Ваш ребенок будет выезжать на экскурсии в парке, в музее, будет заниматься спортом, будет повторять предыдущую программу школы, будет постоянно под контролем и под надзором, без гаджетов и с самыми лучшими педагогами Краснодара. Ждем вас всей семьей в нашем центре. Город Краснодар, микрорайон Губернский, улица Боспорская, 4. Детский центр семьи и детства «Корни». Обязательно приходите. Мы рады каждому. Привет, ну что, классно, понравилось? Да. Расскажи. Сегодня мы ходили в парк, где была первая тренировка по карате. Приглашаю в центр семьи и детства «Корни». А вы ждете новых друзей? Да.